Все, говорите. Говорю. Добрый день еще раз. Добрый вечер, вернее. Добрый. У нас полдесятого вечера. Угу. Вот такие вот дела. Так что просто давно с вами не разговаривали. Вот. Так что... Ну так, вопросов, в принципе, наверное, особо нет. Я просто хотел сказать, что многие не знают, допустим, да, там, за ту же за Америку, там, как здесь христианство, как православные. Вот, я очень много пытался найти наших старообрядцев здесь. Ну, в принципе, я знаю, что они здесь есть, многие знают, что есть. Но они, как правило, как в России, они не то что не выпячиваются, они просто стараются не, ну, наверное, не контактировать с теми, кто... не их, или так как бы не они, очень тяжело найти. Вот. И, наверное, к великому удивлению русских, я хочу сказать, что здесь есть старообрядцы, настоящие старообрядцы, американцы. Это вот зачинатели и основатели были наши. Ну, просто уже получилось так, что ну, люди уже, скажем так, успели, отошли в мир иной, а вот их продолжатели... остались. И вот я знаком с одним таким священником, у них приход в Пенсильвании, вот там одни американцы. Хотя, значит, служба у них идет и на русском языке, на церковно-славянском, и на английском языке. И он, ну, священник, приезжал в Москву на стажировку, у них там есть свой митрополит, а учился он здесь, в нашем православном монастыре. Вот такие вот дела. Интересно, я с ним познакомился, вот мы с ним разговаривали. Вот. То же самое есть поповцы, есть беспоповцы. Вот они нового согласия, а как сказать, не нового согласия. Да, наверное, согласие, да? Как я уж не помню. Да, да, да. Вот. Значит, ну, достаточно интересный человек, американец, но он, правда, женился на нашей, на русской. Вот, получилось так, что он закончил, когда стал священником православным, вот зарубежные наши церкви, вот не московской патриархии, а зарубежные, вот, и перед тем, как, значит, познакомился вот с этой дамой, которая была старообрядкой, и вот сейчас она матушка, и вот он перешел в старообрядчество. Так вот, я всегда думал, что здесь как бы... ну, так вот, нормальное общение между всеми христианами. Но получается так, что нормальное общение только у тех, которые не касаются Московской патриархии и не касаются русской зарубежной церкви. То есть это другие. Совершенно нормально все воспринимают. Я почему говорю? Потому что когда он перешел из зарубежной церкви в старообрядческую, здесь, в Америке, американец, все друзья-священники на него смотрели как на глупого. Он крестит двумя пальцами, носит нашу русскую одежду, то есть не греческий покрой, знаете, вот такая, она без, как, без горба, вот, как бы, вот, а все именно, как у нас вот тогда все это было, вот у него источники висят, ну, вот мы с ним разговаривали, говорит, они, говорит, не понимают. Вот мне такое впечатление, куда коснулась Московская патриархия, ну, видимо, после подписания этого договора о согласии еще и зарубежная наша церковь, это прям какая-то бацилла, прям не согласие, не мира. Вот. И когда начинаешь разговаривать с людьми, просто я вот у них спрашивал, вы знаете вообще разделение, вот как произошло, из-за чего произошло разделение вот в нашей церкви на старообрядцев и вот на новообрядцев, из-за чего, а самое главное, последствия, то есть что было со старообрядцами. Я говорю, это что, это нормальные христиане, да, Московская патриархия, которые сожгли, убили, растерзали, больше никак не назову, столько народу. Это по-христиански? Наша знакомая хорошая приехала, американка. Здесь есть такое общество, вот, дамы собрались одни, вот, американки, они помогают неимущим, малоимущим, и те, которые приехавшие вот, недавно, вот, чисто на, скажем так, ну, как сказать, гуманитарную основу, то есть бесплатно, без всякого-всякого-всякого. Вот мы сейчас им помогаем, вот, работаем вместе с ними. Секундочку, там у нее машина сломалась, пойду машину посмотрю. Давайте перезвоню чуть попозже. Да нет, тогда уже до следующего раза только. Хорошо, давайте. Ну, поговорите приехала... сколько, минут пять, что главное, скажите, что есть, чтобы закончено было.
чтобы закончено. Да. Но вот мы просто помогаем, и значит, там появились у них проблемы небольшие, но не строение внутри. Я с ними начал разговаривать, говорю, понимаете, что вы делаете богоугодное дело, очень хорошее богоугодное дело, но вы делаете без согласия со Христом, у вас нет благословения, у вас, ну, как бы вот, нужно все это сделать вот на христианской основе, тогда будет все правильно. Вот она приехала поговорить по этому поводу, вот, и видите, у нее машина сломалась. Я когда делал первую церковь свою, отец Сергий мне сказал, смотри, у тебя сейчас все хорошо, начнешь делать, у тебя будут проблемы, потому что все хорошие дела сопровождаются проблемами. Вот вам показатели. Я даже не видел. Ну, хорошо, спасибо Господи за разговор. Тогда я попозже перезвоню вам. У старообрядцев главный недостаток такой, что они совершенно не ставят во главу и Слово Божие. Благовестия нету нигде, никогда за 300 лет. Да, а благовестия нет, значит, у них приобретение через смешанные браки. За индейцев выходит. Осеменилась, и потом может разводиться. Ну, вот я не знаю, как у них осеменением. У нас здесь вот живет один старообрядец парень. А вот, но он сказал, у них там очень строго с этим. Я не знаю, чтобы за индейцев кто-то выходил замуж. Я их знаю очень-очень хорошо. У них благовестия никогда за 300 лет не было. Лежало 1000 лет. Пусть дальше лежит. До нас лежало и дальше. Вот так. А да. Что нетерпимость? Вот. Нетерпимость, она вот, как вы сказали, так и есть. Вот у нас, допустим, у нас деревня, наши родственники старообрядцы. Вместе можно петь, гулять, кино смотреть можно, но молиться вместе нельзя. У нас храм, богослужение. Если они молятся, все, их священник от причастия уже отлучит. Старообрядцев, все. Молиться никак нельзя. Что угодно можно вместе. Гулять, пить, водочку пить. Ну да. Но они как-то обособлены, потому что вот я знаю, я сам из Волгоградской области, город Фролово, но многие, наверное, знают такое. У нас там был старообрядческий храм, вот, и такой. Но вот они, старообрядцы, они сами по себе. Они закрыты, они никого как бы не пускают. Вообще поговорить было очень, очень тяжело с ними найти, потому что все мои родственники, они все старообрядцы, а я первый крещенный вот по новой вере. Почему? Потому что у старообрядцев не было священника тогда. Ну, батюшка там погиб, или там умер, я не помню, старый, а новый не приехал, а у этих был рядом. А у меня бабушка, она была врачом, и вот она лечила этого священника православного. У нее постоянно что-то с горлом там было, не знаю. Вот он как бы по дружбе говорит, ну что ж, раз вашего нету, давайте крестить у нас. Вот я первый в семье, кто крещен вот, в православии. Поэтому так как бы, и просто я знаю, как у них там все происходит. Поэтому у старообрядцев, если по большому смотреть, у них так, кто считает Библию, с ума сходит. И вот они, допустим, я им считаю, блаженный Феофилакт где-то, а это не коньяне все перепортили, не так. Ну, написано, говорит, ел акриды дикий мед, но у них не едят, свинину едят, а акрид не едят. Акриды написано, сорнщиковые там, и толкует Феофилакт, она взлетает и падает, вот так человек нравственно поднимается и падает. Они нет, это милагра трава, потому что они не едят. Вот сами Евангелие не перевели, а считать Евангелие на таком, это во них, нельзя. Это не коньяне перепортили, неправильно переведено. Я говорю, а ты знаешь еврейский язык? Нет, а с чем ты сравниваешь? Острожская Библия, они понимают даже ничего. Я их очень хорошо знаю. Я их называю самое свирепое общество. Ну, наверное, да. Ну, это просто у них очень мало, во-первых, ну, скажем так, грамотных. Почему? Потому что не было тогда же никаких ни училищ, ничего не было. Многих, которых я знаю, которые, ну, с образованием, они все учились православные где-нибудь там училище, академии, там, или где-нибудь там в университете, или там семинарии, а потом переходили опять же к себе. Вот эти вот они с образованием. А ну, вот того времени у них ничего не было. Вот только у них недавно появилось там под Москвой, по-моему, где-то там училище. Ну, да, поэтому откуда грамотность? Но сейчас-то они могли бы перевести, ладно, с двумя буквами «и» Иисус нельзя считать Евангелие. Ну, с одним хотя бы. Да. Нет, так нельзя, а это не можем. И остаются ни с чем. Ну, понимаете, да. Ну, интересно, братья. Именно вот в этом нет благовестия, нет авторитета Библии никакого. А что с Библией? Чтобы баптисты тут носиться с Библией. А раз Библии нет, поэтому общий язык уже никогда не найти. Вот на Берсеневке от храма Христа Спасителя, 250 метров, служит отец Кирилл Сахаров, московский патриархат. Но служит все по-старообрядчески, и все равно он для них чужой. Он все, и пальцы, и книги, и благословения, и одежду, все старообрядческое держит. Человек, член Союза писателей, настоящий пастырь, никак чужой.
Все они коньянят? Неграмотные люди просто. Это вот, скорее всего, вот эти, которые беспоповцы, у них вот это вот очень такое все сурово придавливающее, только свои. Интересно, только свои. У нас в газете, в краевой, появилась статья большая: «У злого человека голуби не водятся». Итак, и, ну, и все это описывает. А я тогда сестре говорю, она у старообрядцев. Я говорю, а ты там узнай у старообрядцев, кто держит голубей или нет. По всей стране ни у кого нету. А говорит, когда храм строили, голуби прилетали, так на наши бабушки даже камнями кидали в них. Вот определитель какой. Голуби ни у кого. Никак. Вот и все пока. Спасибо, Господи. Пойду помогу. Все, давайте. С Богом. До свидания. Спасибо, Господи. Всего хорошего.